Нежная и сочная рыбка, запеченная в духовке с овощами, звучит очень аппетитно и действительно очень вкусно, вы с легкостью справитесь с ним. Расскажу, как приготовить горбушу в духовке, в фольге. Вы можете использовать любые овощи, томаты, перцы, зелень, цукини, чеснок, а также ароматные травы. У вас получится сразу готовое блюдо с гарниром из печеных овощей. Такое блюдо можно сделать в духовке, а также запечь на гриле. Подавайте горбушу сразу, можно в фольге или переложив на тарелку. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Вымойте рыбу и вытрите ее насухо, щедро полейте оливковым маслом, выложите на фольгу стороной с оливковым маслом, очистите чеснок и измельчите его, посыпьте половину чесночной смеси над рыбой, добавьте соль, перец, тимьян. 2. Вымойте овощи, нарежьте мелко зеленый лук, нарежьте полукольцами кабачок и томаты. 3. Полейте овощи растопленным сливочным маслом, добавьте оставшийся чеснок, выдавите сок лайма, посолите и поперчите, добавьте паприку и перемешайте. 4. Разделите овощи между 4 кусочками рыбы, выложите поверх горбуши. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. 5. Закройте фольгой овощи, чтобы сформировался конвертик. 6. Запекайте в разогретом до 200 градусов духовом шкафу 20-25 минут. 7. Аккуратно разверните фольгу и переложите рыбу с овощами в тарелку, а можно подавать и в фольге, подавайте горбушу, украсив петрушкой и ломтиками лайма. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Необходимые ингредиенты. Филе горбуши, 4 штуки, каждый кусочек по 110-115 грамм. Оливковое масло, по вкусу. Соль, перец, по вкусу. Чеснок, 8 зубчиков. Сушеный тимьян, 2-3 чайных ложек. Кабачок, 2 штуки. Помидор, 1 штука. Зеленый лук, 2 штуки. Сливочное масло, 4 столовые ложки. Паприка, 1 чайная ложка. Лимон, 1 штука. Петрушка свежая, 0,5 пучка. Количество порций, 4. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Друзья, жду вас снова.